Got it. Сам должен рассматривать пред всеми клубок своих безумств. Когда я начитался романтических книжек, соблазн привольности стал мне ближе. Я присоединился к восставшим и постиг разницу между романтикой и здравым смыслом. Да в задницу! Природа грязной войны мне стала понятнее. Готические ужасы средневековья внятней. Люди подразделены на ягнят, козлов и волков, на мирных, добропорядочных и злодеев, стрелков. Если люди историческими событиями подхваченные, которые не понимают сути, к ним непричастные, действуют соответственно характеру и обстоятельствам, то они авторы плеяды надругательств и предательства. Ah!